Вот уже год, как Германия ведет войну с Россией. По этому поводу премьер Черчилль направил маршалу Сталину послание. Вот послушайте. Вы можете рассчитывать на нас в том, что мы поможем вам всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении. Что ж, Уинстон Черчилль еще раз подтверждает наши обязательства перед Россией. Кстати, я слышал, сэр, премьер полагает, что риск, связанный с посылкой конвоев через Северную Атлантику в Россию, будет оправдан, если хотя бы половина судов дойдет до Архангельска и Мурманска. Да, но именно та и другая половины нам сейчас очень нужны. Нам следует сосредоточить морские силы на театре Средиземного моря. Мальта, Балканы, Египет. Вот ключевые точки нашей войны. Мы не можем позволить себе распыляться. Но правительство Его Величества приняло торжественные обязательства перед союзниками. Обязательства порой становятся невыполнимы. Что поделаешь? Война. Пусть в этом разбираются будущие историки. Но при любом исходе войны Британия должна сохранить свои позиции в мире. У Англии, как вы знаете, у Англии нет ни постоянных врагов, ни постоянных друзей. У Англии есть постоянные интересы. Простите, сэр, я не совсем понимаю. Я 30 лет прослужил на флоте и... Это не из области морского искусства, коммодор. Проблема вечная. Быть или не быть. И решает эту проблему не одни флотоводцы. Ну а северные коммуникации? Ну что ж. Я убежден, что конвои в Россию невозможны, или почти невозможны в светлое время года. Откровенно говоря, для Британии это камень на шее. Хотелось бы, чтобы и правительство Его Величества, и весь мир поскорее убедились в этом. Но слово премьера, данное русским, обязывает нас к действию. Да, конечно. Поэтому верим нашу общую надежду в руки Всевышнего. Лейтенант Митчелл, прибыл офицер связи, ваше судно. Лухманов. Прошу. Есть какие-нибудь новости? Командир эскорт
и коммодор настоятельно рекомендуют ознакомляться с инструкцией «Переход». Изучил внимательно. Но шестиузловым ходом не больно уклонишься от атак немецких лодок и самолетов. В составе конвоя много тихоходных судов. Мы должны приноравливаться к ним. Расчетные курсы повторяют путь предыдущих конвоев. Немцы хорошо изучили его. В мае они потопили 7 транспортов. Танки, самолеты, грузовики. А немцы уже на Дону. Я не уполномочен обсуждать приказы адмиралтейства. Разрешите курить? Да, пожалуйста. Прошу. Благодарю. Да, это не махорка. Войдите. Знакомьтесь, Сава Иванович, наш помполит. О, мистер комиссар. Если угодно. Слышал, будто выходим в море еще в июне, точнее 27-го. А откуда такие сведения? Я только что с берега. Об этом говорят во всех парикмахерских Рейкьявика. Вы шутник, господин комиссар. Был шутником, сынок. Давай, давай, быстрее. У нас сегодня союзник обедает. Ты видел? Так шею ему наливай погуще, как мне. И гороха побольше, нам второе. Иди сюда, потому что... Дипломатия понимать нужно, а то у вас сколько мозги жиром заплывают. Это верно. Мне капитан недавно сказал, когда конец, говорит, поглупеешь, пойдешь вместо Семечкина рулевым. Да? Вот и работа. Пожалуйста, хлеб. Thank you. И русские щи. Так, вы как щи, у нас борщ сегодня. Ну, сон, пожалуйста. Тем более. Спрошу разрешения. Товарищ капитан, ищите обойтись. Да, пожалуйста. Это правда, что 27-го мы уходим в море? Откуда новость, Семечкин? Да был я у них в столице, искал, где туфли почистить, так и не нашел, пожалуйста. Зато новостей наслушался. Руса, мол, 27-го на хаус едет. Не знаю, не знаю, Семечкин. Я туфли сам чищу. Снова и снова хочу написать тебе письмо. Хотя хорошо знаю, послать его не с кем. Если бы ты знала, как мне хочется тебя обнять. Стоянка в Исландии осточертела. Надоели эти чужие серые берега. Эти вежливые улыбки морских чинов, будто они знают все наперед. И когда мы уйдем в океан, и когда достигнем родных берегов, улыбаемся и мы им в ответ. Хотя на душе порой мрачно, как в трюме. Половина России живет в разлуке. Даже мы, мореходы, устали ждать. Мне кажется, я не виделся с тобой 1000 лет. Как мальчишка, перебирая в памяти все наши встречи. Помнишь, как ты пришла к нам впервые? Строгая,
умная такая. И очень красивая. Ты рассказывала об облаках, циклонах, антициклонах. А я... Я украдкой следил за каждым твоим движением. Разве я мог в ту минуту подумать, что эти волосы, губы, глаза обожгут и осветят всю мою жизнь? Наш боцман в таких случаях говорит, утоп как якорь. Помнишь, местом самых романтических встреч в нашем городе был яхт-клуб. Странно. Очень странно. Человек никогда не знает, с какого шага начинается его счастье. А мое... Мистер Кэптен, я только что от коммодор. Выход конвоя назначен на 27-е. Вот как? Оказывается, первый морской лорд сэр Паунд тоже чистит обувь на улицах. Так-так, значит, немцам все известно. Садитесь. Thank you. Зато есть и радостная новость. На переходе конвой прикроют 2 линкерн, авианосец, 4 крейсер, 9 эсминц. Я не думаю, что немцы сунулись над водными кораблями. А каков состав непосредственного эскорта? Alright. 6 миноносец, 4 корвет, 7 тральщик, 2 подводные лодка, 2 корабля ПВО, 3 спасательные судна, еще 5 лодков, всего 45 боевых кораблей. А 37 транспортов? Yes. Солидно. Я не думаю, что немцы сунулись над водными кораблями. Very, very well. Вы сомневаетесь, удача? У меня нет возможности сомневаться. Я обязан доставить груз в советский порт. Там сейчас очень тяжело. Знаю. Потому я здесь. Спасибо. Gentlemen. The passage from the ports of the United States Господа капитаны, переход из портов Америки и Канады в Исландию ваши суда завершили успешно. На дальнейшем этапе пути мы вверяем свою судьбу флоту Британии. Сэр Дадли Паунд желает всем успеха и верит, выражаясь словами великого Нельсона, что в море каждый исполнит свой долг. Итак, господа капитаны, прошу внимательно выслушать последние указания на переход командира эскорта. Gentlemen, 37 convoy carriers will travel. Он говорит, что 37 транспортов каравана будут следовать 9 кильваторными колоннами. Интервал между ними 3 кабельтова. Дистанция между транспортами 2 кабельтова.
Схему походного ордера каждый из вас получил перед началом конференции. Спасательные суда пойдут концевыми в третьей, пятой, о, это хорошо, и восьмой колоннах. Флаг уважаемого коммодора конвоя на головном транспорте пятой. Флаг командира эскорта, наминоносца Кеппел, вот здесь. Кроме кораблей эскорта, конвой в океане будут сопровождать крейсерская эскадра контр-адмирала Гамильтона в составе 4 крейсеров и флотилии миноносцев, а также 2 линейных корабля и авианосец под флагом командующего объединенными военно-морскими силами в Исландии. Еще ни один конвой, следовавший в Россию, не имел такого боевого прикрытия. Что он сказал? Он говорит, что плавает 30 лет и верит только в ямайский ром. Нам не страшны никакие корабли противника, тем более, что на пути их возможного следования, как сообщили ему, развернуты 9 английских и 4 советских подводные лодки. Сегодня нет среди нас человека, кто сомневался бы в нашем успехе. Кишка кишке кукиш, так? Господин Боцман. Господин Боцман, sorry. Вы знаете, я изучаю русский язык. Сегодня утром я слышал, как вы отчитать. Я правильно говорю? Правильно, правильно. Да, рулевой Семечкин. А что же его не отчитывать, если он салага мазут на палубу расплескал? Я хотел бы записать несколько русских выражений. Это каких выражений? Те, которые вы говорили рулевой Семечкин. Ты вот что, товарищ союзник, ты не шуми. Узнает про эти самые выражения Савва Иванович, задаст он перцу и мне, и тебе. Он требует на судне литературных слов, только литературных слов. Понял? То ты их и выписывай из грамматики. Понял? Я пошел. Лейтенант Митчелл передает. Угу. Радио с берега. 3 судна вернулись обратно. В караване 34 транспорта. Командир эскорта просит занять место в походном ордере и иметь ход 6 узлов. Выполняйте. Есть. 10 градусов вправо по компасу. Есть 10 градусов вправо по компасу. Сигнальщики, внимательнее смотреть. Есть. Как бы нам, товарищ капитан, в этой каше с кем-нибудь не чмокнуться. Операция готовилась, должно быть, заранее, на другую погоду.
А для тумана 9 колонн, конечно, многовато. Зато надежно укрыто от немцев. Кончится туман, тогда под полярным солнцем круглые сутки будем как на блюдечке. И то верно. Влево не ходить. Есть влево не ходить. Справа 45, вроде бы зеленая ракета. Вроде бы или ракета. Виноват, товарищ капитан, не видать. Гляди, гляди, Марченко, виноват на войне тот, кто дурак. А дурак тот, кто в таком тумане ракеты пуляет. Браво на борт! Здесь и без немцев перетопим друг друга. Гончаренко! А черт его знает! Кружляют какие-то самолеты, а чьи никто не второпает. Командор Бисова душа тревог не объявляет. Должно быть английские. Бомбить начнут, отсюда и не выскочишь. Тебе сколько годков, Сергунь? 19. Видишь, вполне призывной возраст. А ты думаешь, сверстникам твоим там из окопов или, скажем, из танков легче выскакивать. Да я ж подавай, так, про между прочим. Тихо, Гончаренко, подавай. Иди проверь смазку. Есть. Если кончится вода... Машинная слушает. Быть внимательней на реверсе. Есть. Самолеты заходят. Есть внимательный. Гончаренко, давай. Иду, иду. Наши стреляют. Видать, и правда самолеты. А, держи! Держи, если бомбить будут, погрызи, успокаивай. Ох, и рыбы наглушат. Целую неделю юшку варить будем. Это же не смертельно! Вы
О шлюпках! Почему покинули судно? Почему не спасаете? Скажите им! Они выполнили свой долг. Большего требовать от людей невозможно. Да вы... К шлюпкам направляется спасатель. Эскорт и миноносец просит отойти подальше от транспорта. Будет топить его артогнем. Как топить? А груз-то? Груз! Таков закон конвоя. Извините. Корабли эскорт имеют приказ добивать отставшие суда, чтобы не доставались врагу. Закон, закон. Эскорт и миноносец открыл огонь. Слышу. Фонар теперь не найдете. Черт. Ай-яй-яй-яй. Сергун. Сергун. Машина. Машина. Сейчас включу аварийное освещение. Сергун. Сергун. О, живой. А где Гончаренко-то? Дядя. Гончаренко! Гончаренко! Эй, на мостике! Давай в машину быстро, доктор! Хорошо, сейчас по прибудет аварийная партия! Есть! Эй, Сергунь, давай живо сюда! Я иду, иду! Гончаренко! Гончаренко! Помогай ты! Ну чё? Уже на дне. Живой. Ох, напугал ты нас, Миша. Тральщик передает. Экипажу Кузбасса покинут судно. Мостик слушает. Синицын докладывает. Вода не поступает. Сухо. Приступаем к ремонту двигателя. Сколько потребуется времени, Ермолаич? Часов 6. Ясно. Передайте на тральщик. Прошу охранять нас до тех пор, пока не соединимся с конвоем. Хорошо. Сигнальщик! Прошу разрешения. Кажется, все обошлось. Доктор просил доложить. Гончаренко немного оглушила. Так. Тральщик запрашивает. Лейтенант Митчелл. Тральщик отвечает. Он передает. Помочь ничем не могу. Спасайтесь самостоятельно. Советую держаться север. Всего хорошего. Закон конвоя? Yes. Значит, остаемся в океане одни. Мистер Капитан. Экипаж должен покинуть судно. Вы уверены, что на судне никто не осмелится не повиноваться вам? Люди есть люди. Вы можете покинуть судно. Это ваше право, господин лейтенант. Господин лейтенант.
Я слышал, вас интересовали некоторые русские выражения. Да, пожалуйста. Хотите, я их вам продиктую? Сейчас и все сразу. Тахов. Извините. А кем вы до войны были, товарищ комполит? Начальником политотдела МТС. Гончаренко. Да. Пробей канавку. Давай. Хорошо. Правда, в молодости срочную на флоте служил. Но не гадал, не думал, что на старости лет снова в мореходы подамся. Куковать посреди Атлантики буду. Караван ушел миль на 30. Командир эскорт предупреждает суда, прослушивается винты подводной лодки. Думаете, английский лейтенант Митчелл оставался на судне, но по старой морской традиции приготовлялся к смерти? No. It's my birthday. Мой день рождения. Поздравляю. Thank you. Have a cigarette? Дома, Плеймут. Моя мать, наверное, приготовляет именинный пирог. Зажгла 27 свечей. И каждый час молится Бога быть более милосердной за тех, кто пути. И Мэри, моя сестра, обедает, наверное, у нас дома. Спущусь в каюты. Да-да. Боцмана ко мне! Без шума так. Не привлекая внимания, проверьте, чтобы у каждого под рукой был спасательный пояс. Есть. Если нас обнаружат без хода. Понял. Да. И пришлите ко мне Кока. Есть. На палубе! Внимательнее наблюдать за морем и воздухом! Хорошо! Слышал. Слушай, у меня от этого мора океана уже шарики за ролики заскакивают. А у тебя? Известное дело. Однообразие. Только за этой серой волной как раз и прячутся перископы-то. Справа по борту плавающий предмет! А может,
Это мина? Нет, для мин тут глубины большие. Нет. Канат нужен, кранцы плести. Да погоди ты со своими кранцами. Это не мина, точно. Потому что я хорошо рассмотрел, когда... Братцы, так это же человек. Что ты на меня таращишься? По мне перископы не ползают. Туда наблюдай, туда! А тебя капитан срочно на мостик требует. Живее, живее. Бегом! Привыкли по трапу, да хватит, песком Босман, ползать. Что ты? Мостик. Товарищ капитан. Я. Синицын докладывает. Ну что там? Да вроде порядок. Можно давать потихоньку ход. Ход? Ну да, ход. Синицын. Давай. Товарищи, сегодня день рождения нашего боевого друга, лейтенанта Митчелла. Разрешите от вашего имени поздравить его. Презент. Русский народный инструмент «Ла-ла-лайка», настроенная. Вот здесь мы написали вместе с коллективом по английскому словарю «Лейтенант Митчелл от «Отширого хат». Слово для тоста Савве Ивановичу. Не мастер я по части тостов. Савве Ивановичу. Ну уж, коли поручили. Нас, советских моряков, и английского лейтенанта Митчелла вместе свела лихая година. Но за это мы на нее не в обиде. Мы вместе бьемся с общим врагом,
и верим. Победа будет за нами. Мы разные люди, по-разному думаем и живем. Но выпить я хочу за то, чтобы и в будущем мы с англичанами встречались только вот так. Как братья, как союзники, как друзья. Будь здоров, сынок. Здоровья. Будь здоров, дорогой. Тихо, товарищ. Thank you. Спасибо. Товарищ. Если я доживу до берега, я обо всем расскажу маме. И этот мой день всегда буду помнить, советские люди. Буду поднимать тост за экипаж Кузбасс. За вас, мистер Каптон. За вас, мистер комиссар Савва Иванович. Спасибо. И теперь, когда у нас ход, нас просто так не возьмешь. Огонь! Позвольте мне, у меня сегодня счастливый день. Oh, please! Сэр, по нашим сведениям, из норвежских баз выходит или уже вышла германская эскадра во главе с линейным кораблем «Тирпиц». Есть основания предполагать, что она идет навстречу конвою ПК-17. Тирпиц? Да, сэр, Тирпиц. Вот как. Когда же в таком случае возможно сближение? Вы думаете, сэр, мы можем его уничтожить? Нет, коммодор. У нас для этого недостаточно сил. Тирпиц — это более десятка тонн металла в одном залпе. Я думаю, что линейные корабли, крейсеры и миноносцы, идущие в охранении конвоя, могли бы перехватить германскую эскадру и связать ее боем. Это позволило бы транспортам избежать встречи с противником. Спасать транспорты ценой боевых кораблей? Вы забываете, коммодор. Флот нужен Великобритании, чтобы уберечь ее от вторжения. Случилось то, чего мы больше всего опасались. Мы ведь с вами были убеждены в невозможности североатлантических конвоев в Россию. Мы не вправе рисковать крупными надводными кораблями, и потому должны вернуть их в Исландию. Бросить конвой в океане? Но ведь это предательство, вы хотите сказать? Нет, нет, коммодор. Я никогда не предавал интересов Британской империи. Они для меня превыше всего. Мы с вами, коммодор,
должны быть трезвы и дальновидны. Не в наши годы примеривать латы рыцарей. Как ни прискорбно, мы вынуждены отдать печальный приказ. Пока мы загорали без хода, тут немцы пощипали нашего брата. Лейтенант Митчелл. Yes? Свяжитесь с коммодором. Прошу разрешения занять место в походном ордере. All right. Закуривай, капитан. Подарок Митчелла. Спасибо. Корабли охранения все вдруг повернули на обратный курс. Вся эскадра? Странно. Линкоры решили прикрыть нас сзади. Как говорится, лучше позже, чем никогда. Ну что? Корабль охранения получил приказ оставлять конвой и возвращаться в Исландию. На мой вопрос коммодор только выругался. Посылал меня черт. Сам ничего не понимает. Связывается с адмиралтейством, просит подтверждать приказ. Я пойду. Пойду радиорубка. Пойдемте вместе, Савва Иванович. Птахов, ты здесь? Соедините меня с коммодором. Hello? 21-007 Jenner. Hello? Последнее сообщение. В океане находится линкор Тирпиц. Тирпиц? Hello? 21-007 Jenner. Значит, испугались Тирпица. Не хотят рисковать Гранд-флитом. А нас бросили в океане на растерзание немцам. Мистер комиссар, you are not a sailor. Excuse me. ВНС моряк и область морское оперативное искусство. 21-007 Jenner. Не моряк я, это верно. Hello? Только сдается мне... 21-007 Jenner. Все это в самый раз по моей части кажется. 21-007 Jenner. Hello? Hello? 21-007 Jenner. Товарищи командиры, положение конвоя ПК-17 с каждым часом катастрофически осложняется. После того, как корабли охранения покинули конвой, развязав тем самым противнику руки, транспорты несут огромные, ничем не оправданные потери. Гибнут люди, гибнут суда и грузы. Стало очевидным, что английский флот свою боевую задачу не выполнил. Видимо, призрак Тирпица по-прежнему наводит страх на британское адмиралтейство. Торпеды Лунина остановили его, но он пока еще жив. Возникла острая необходимость нашего включения в операцию гораздо раньше срока, согласованного с союзниками. Авиация. К вылету готово около 300 самолетов, товарищ командующий.
Нужны беспрерывные бомбовые удары по немецким аэродромам в Норвегии. Активизируйте противолодочный поиск к востоку от острова Медвежий. Загоняйте под воду каждую лодку. Слушаюсь. Когда транспорты окажутся в сфере действия истребителей, прикройте их с воздуха. Слушаюсь. Тральщики. Усилить контрольное тролление фарватеров у Кольского залива и в горле Белого моря. Есть. Кораблям охраны водного района. Обеспечить надежный противолодочный дозор на подходах к нашим портам. Есть. Вопросы? Исполнение немедленное. Наши оставили Севастополь. Я созову команду. Пусть знают тяжкую правду. Excuse me. Севастопольский, помнится, у нас Синицын Стармех. Этой взрывчаткой, что мы везем, можно уничтожить с добрую сотню фашистских танков и самолетов. Тысячи гитлеровцев можно подорвать, десятки вражеских эшелонов. И потому наш груз с нетерпением ждут бойцы. Ждут под Воронежем, под Ленинградом, в Донских степях. Ждут партизаны в лесах Белоруссии и Украины. Впереди у нас до родного порта нелегкий путь в океане. Надо сцепить зубы. Надо. Я вот что хотел сказать. Мамаша у меня там осталась. Сестры. Ну, конечно, не каждый из нас может до берега доживет. Мы будем про то гадать. Но Кузбасс должен дойти. Живые должны его довести. Должны. Прошу сказать. Пожалуйста. Пожалуйста. Савва Иванович не все вам сказал. По приказу Адмиралтейства корабли охранения ушли от конвоя обратно Исландии. А как же мы... Я не знаю. Я не понимаю приказ. Я здесь, на Кузбассе, вместе с вами. Я прошу вас, верьте мне.
и Великобритания. Огонь! Слева по курсу оставленный транспорт. Англичанин, Голд Стелла. Вижу человека. Бинокль. А в трюмах у них самолеты.
Стахов! Ну, я Птахов. Тебе, Алёша, давно пора быть капитаном. Спасибо. Принимай. Да, подарочек. Подбери добровольцев, человек 10. Высаживайся и командуй. Есть. Есть, капитан. Боцман, шлюпку к спуску. Ну что, лейтенант, пожелай мне удачи. Goodbye. Ты все взвесил, капитан. Людей ведь посылаешь на смертельный риск. Там риска не больше, чем здесь. И разве эскадрилья самолетов для фронта не стоит риска? Документы! Осмотреть трюмы! Живей! Живей, ребята! Веселей! Ты в котельную! В котельную! Огнетушители! Бегом! Помпам! Машинная! Попробуй запустить помпы! Ты что сидишь-то, а? Слышишь? Вставай! Now! Go on! You are betrayers! I hate you! Now! Дау! Ты чего кричишься, а? Ты что думаешь, мы хотим потопить тебя в твоей коробке, да? Я из Кузбасса. Мы поможем. Слышишь? Russian. Russian. Кузбасс. Russian. Russian. Что yes. ты кричишь, ёлки зеленые? How? У тебя yes. есть эти? Багры? Yes. Огнетушители? Yes. Топор? Топор? Yes, топор. Давай! Давай! Есть или нет? Гончаренко! Yes. Гончаренко! Топор! Давай, давай быстро! Топор! Топор! Давай! Топор! Давай! Двое! Двое! Двоих со мной! В помпе! Штурман! Штурман назад! Сэр, мы интерсептировали радиомессаж. Радиоперехват, сэр. Тирпиц атакован советской подводной лодкой. Попадание двумя торпедами. Германская эскадра получила приказ срочно укрыться в норвежских базах. Мы можем вернуть корабли охранения к конвою. Вы уверены, что это не провокация, чтобы заманить наши боевые корабли в ловушку? Но немцы не знают, что мы владеем их шифром, сэр. Шифры, коды, агенты. Последние сутки чересчур много путаницы в донесениях разведки кораблей. Вам не кажется, коммодор? У нас нет достаточных оснований менять приказ. Конвой подвергается непрерывным атакам. Там гибнут люди. Наши люди, сэр. Это война. Мы сохраняем флот, а значит, Великобританию. Американец Даниэль Морган! Thank you.
шторм-трапы за борт! Будем подбирать американцев. Останавливаться, когда атакует подводная лодка? Да ты что, дорогой, серьезный? Hold on, boys! Hold on! Mitchell! Что он хочет, переведите. К доктору, может быть. Он говорит, что у него утонул брат. Где боцман? Боцман! Lieutenant Martin. Thank you, Captain. О конвое ПК-17 докладывайте мне лично. Да-да, да. Военно-морской представитель Англии, товарищ командующий. Проси. Есть. Новая обстановка. Если будет связь. Прошу сообщить Адмиралтейству, что мы готовы к проводке конвоя в нашей оперативной зоне, к востоку от Медвежьего. На всякий случай мы развернули подводные лодки вдоль норвежского побережья. All right. Насколько осложнилась обстановка в районе Черного моря? В такой же мере, как в Индийском океане с падением Сингапура. Но вы же не утратили решимость выиграть войну. Митя! Санитары! Радиограмма адмиралтейства. Командир эскорт и коммодор, ввиду угрозы со стороны надводный корабль противника, рассредотачиваться, следовать русский порт самостоятельно. Как рассредотачиваться? Значит, конец конвою? Спасайся, кто может! Даже поодиночке передушат, как кроликов. Мой стик слушает. Да в чем молчите? Кто говорит? Сергуня. Какой Сергуня? Кочетов, машинист. Синицына, стармеха. Убила. Адмиралтейству. В Лондон. Лейтенант Митчелл подал радиограмму открытым текстом. По-русски это звучит приблизительно так. Что же вы делаете, сволочи? Будьте прокляты. Где Митчелл? Убежал в каюту. Курс 60 по компасу.
Есть курс 60 по компасу. Уходим к новой земле. Если проскочим, будем укрываться во льдах. Каждый теперь отвечает сам за себя. Разгружаться будем немедленно. Причал бомбят почти каждый час. Метеосводка на завтра. Польский. Из того же конвоя. Ольга Петровна! Господин капитан. Послушайте, господин капитан. Господин капитан. Господин капитан. Кузбасс. Пароход Кузбасс. Кузбасс. Смотрите, Ольга Петровна, еще один пришел. Пора запросить причал. Черт, ни антенны, ни фонаря. Дай семафор. Поднять сигнальщика! Диктуйте, товарищ капитан. Прошу указать место швартовки.
Прошу указать место швартовки. Капитан Голдстеллы, Птахов. Капитан Голдстеллы, Птахов. Капитан Голдстеллы, Птахов. Как? Птахов? На флаг смирно. Флаг приспустить. Предать тела морю. Indeed, the fate of the convoy is a tragic one. Да, судьба конвоя трагична. Сэр Уинстон Черчилль назвал ее одним из самых печальных эпизодов текущей войны. Если верить последним донесениям, немцы потопили 23 судна. Это 120 тысяч тонн грузов. Кстати, премьер-министр направил маршалу Сталину новое послание. Вот что он говорит. Мы не считаем правильным рисковать нашим флотом метрополии к востоку от острова Медвежий. С очень большим сожалением мы пришли к заключению, что попытка направить следующий конвой, ПК-18, не принесла бы вам пользы и нанесла бы только невозместимый ущерб общему делу. Вот видите, а мы с вами, коммодор, опасались этого еще в июне. Вы свободны, коммодор. Well, what's up? Что случилось?
Hello. What's this? Что это? Oh. I see. А, понимаю. Sir. Сэр, я надеюсь, что заслужил право командовать в море хотя бы миноносцем. Да-да. В юности, помнится, я искренне был убежден, что золото на мундирах у корабельных офицеров сверкает ярче и чище, нежели у штабных. Я завидую вашей сохранившейся молодости, коммодор. По левому борту миноносец! Я помогу. Будешь патроны подавать. Миноносец семафорит! Наш. Наш.